Итак, друзья, всем привет, всем добрый вечер, дамы и господа, с вами снова Севен. Я продолжаю моделировать матчи чемпионата мира, ребят, и у нас настает четвертьфинала плей-оффа чемпионата мира. Я хотел бы вам представить матч между сборной России и сборной Канады. В последнем матче Россия разгромила сборную Беларусь со счетом 6-0, Канада же уступила побулитам сборной Финляндии, но именно сборная Германии допустила сборную Канады в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв сборную Латвии со счетом 2-1. Только из-за этого результата сборная Канады смогла попасть, друзья, в четвертьфинал чемпионата мира. Сергей Бобровский сегодня будет стоять в воротах, конечно же, нашей сборной. И Прайс сегодня должен защищать, Кэри Прайс, ворота сборной Канады. Как я уже и говорил, что здесь составы полностью НХЛ. И я не особо верю, что здесь в НХЛ 20 будет легко сборной России. Но, тем не менее, будем болеть за нашу страну. И, надеюсь, мы пройдем дальше. Поэтому турниру. Очень опасный момент уже возникает возле ворот Сергея Бобровского. Ребят, попрошу вас обязательно подписаться на канал, если вы вдруг не подписаны, поставить лайк и влепить топовый комментарий. Также, ребят, вы все, кто оставите любой комментарий, можно 1, 2, 3, 4, 5, неважно, участвуйте автоматически в конкурсе на 100 рублей, неважно, никуда там, на мобильный телефон, на карту, на киви, в любой источник я смогу для вас перевести эти деньги. Поэтому ставьте лайк и клепайте свои комментарии, будет интересно их почитать. Если смотреть по реальной серии, да, по реальному чемпионату, конечно же, здесь, наверное, все-таки больше фаворит сборная России, которая на первом месте закончила свою группу. 1.76 дают на победу сборной России и 3.73 дают на победу сборной Канады. Кто бы мог подумать, что вот так вот все будет на этом чемпионате мира, что сборная Канады еле-еле как смогла пробиться дальше, в отличие от Швеции, которая в очном матче со сборной России уступила, к сожалению, для них. Но я честно смотрел этот матч полностью от и до и не могу сказать, что прямо на 100% мы переиграли сборную Швеции. Каких-то два, ну ладно, пускай. Ну первую шайбу мы реально там затолкали в ворота сборной Швеции. Вторая шайба дуплетом была заброшена. Опять же, там не без доли везения она была заброшена. Поэтому, ребят, по булитам мы всего лишь выиграли. Но тем не менее прошли сборную Швеции. Момент возникает возле ворот Сергея Бобровского на месте. Опять же, не всех я игроков знаю в составе сборной Канады. Щелчок по воротам, Бобровский. Панарина здесь встречают, Тарасенко, Орлов. Какая-то у нас очень медленная игра на самом деле. Нет динамики в игроках. МакКиннон. Передача на Кросби не дойдет. Здесь Свечников ее перехватывает. Радулов. 3 в 2 уходят наши игроки. 2 в 3, если быть точнее. Гусев. Передача плохая, Свечников. На самом деле, не особо изобилие шайб я здесь вижу. Не могу сказать про реальный матч, но вот про наш, про виртуальный, не знаю, не верю, что я здесь будет много шайб. Неплохо, Гусев, передача, Свечников атаковал ворота. Здесь Прайса спасает штанга и шайба улетает за пределы площадки. Первый опасный момент, очень серьезно здесь создают игроки сборной России, и Свежников мог открывать здесь счет в нашем матче. Напоминаю, эти матчи проходят на вылет, в случае поражения заканчивает тайная сборная участие на этом чемпионате мира. Додонов, неплохо, передача, вот если бы она дальше над Задорову прошла, но тем не менее Додонов здесь успевает бросить. Додонов, еще один бросок, и блокируется он здесь защитниками сборной Канады. Но все-таки, мне так кажется, в концовке чуть лучше выглядит сборная России. У нас 5 секунд остается до конца первого периода. Итак, друзья, первый период подошел к концу. Пока по нулям в матче, в четвертьфинальном матче плей-офф чемпионата мира по хоккею. 0-0 в матче сборной Канады и сборной России. Давайте, друзья, переходить к периоду по номерам 2.
5-4 по броскам впереди наша сборная, на точке подавляющее преимущество 4-1 по этому показателю в пользу, как я уже и сказал, сборной России. Итак, я в целом могу подытожить первый период. Мы провели его немножечко активнее, даже вспоминая момент Свечникова, где он попал в штангу, и там Кэри Прайс уже не смог никак отразить этот бросок. Малкин, момент какой здесь мог бы быть. Сергачев, передача неплохая, Кучеров, но пора уже забивать нашей сборной. Есть моменты у наших ребят. Вот это неплохо может быть. МакДэвид здесь шайбу добивает. Но вот первый момент создают уже канадцы возле наших ворот. 5 минут сыграно во втором периоде. Видимо, подавляющее преимущество у сборной России по выигранному брасню. Вот второй брас не выиграли. Вебер бросок. Бучневич на себя принимает эту шайбу. Додонов. Нет у нас удаления, кстати, пока в матче. И вообще как-то очень блекло выглядят команды. Пока нет каких-то стопроцентных моментов. Вообще очень мало. Урайли бросает здесь, не попадает в створ. Додонов. Додонов так легко шайбу теряет. И вот первое удаление, друзья, в нашем матче. Додонов на 2 минуты отправляется за подножку здесь. И вот первое большинство у нас матча. И достается она сборной Канаде. Это может, конечно, очень плохо повлиять на нашу сборную, если мы, друзья, сейчас пропустим. Момент какой. Да, здесь очень легко МакДэвид шайбу забрасывает. Очень легко на него эту шайбу переводит. И тут в одно касание абсолютно один МакДэвид переигрывает Сергея Бобровского. Ну вот так вот плохо. Сразу же первое меньшинство для нас сложилось. МакДэвид открывает счет в нашем матче. Смотрим повтор момента. Здесь передача. И, видимо, МакДэвид абсолютно один здесь. Понятное дело, опять же, нет одного игрока у нашей сборной. Тем не менее, так контролировать пятачок, конечно, нельзя. И вот где здесь Проворов? Он вообще где-то вот катается в другом месте. 1-0. Вперед выходит сборная Канады. У нас минута 53 остается до конца второго периода. И не есть хорошо, конечно, для нас это. Возможно, друзья, мы вылетаем на этом чемпионате мира. Но не будем забегать вперед. Надеюсь, сборная России сейчас включится. Проворов, бросок по воротам. Еще один момент может быть. МакДэвид блокируется бросок. И МакДэвид вторую шайбу нам забрасывает. Здесь с первой попытки не получилось у Конора бросить. Попал, точнее, получиться-то получилось бросить, но попала шайба в игроков сборной России. И тут, смотрите, второй же бросок. И опять же, видимо, Бобровский уже на щитках здесь сидит. И тяжело было уже такой бросок отразить. Еще один повтор посмотрим. Бросок, и тут же еще один бросок. И пробивает он Бобровского, который уже сидит на щитках. 2-0 в концовке второго периода, друзья. Забрасывает там сборная Канады. И, конечно же, не есть хорошо это для нас. Не знаю, сможем ли мы отыграться, но буду до конца верить. Закончился, друзья, наш второй период. 2-0, пока сборная Канады ведет в матче против сборной России. Дублем отметился Конор МакДэвид. Давайте, друзья, переходить к периоду под номером 3. 8-6 по броскам впереди сборная Канады. На точке 7-4 по этому показателю впереди сборная России. И удаление Конор МакДэвид смог во втором периоде реализовать. И затем еще одним кистевым броском смог пробить Бобровского. И 2-0, вот такой вот счет после 40 минут в матче сборной России и сборной Канады. Еще одна передача пройдет ли здесь, но Малкин ее перехватывает. И пока нет опасных моментов со стороны сборной России. Проворов идет вперед, Овечкин. Овечкин будет ли сам бросать? Бросает в ближний угол, отбивает Прайс. Еще один момент может быть сейчас. Еще один бросок от МакДэвида. Прямо целенаправленно игроки сборной Канады, именно вот этого звена, выводят Конора на бросок. И проходит здесь вроде бы уже игрока нашего. Маккина. Ну где вся оборона-то? Бобровского здесь просто оставляют на расстрел игроки нашей сборной, особенно в защите, которая играет. Кузнецов переигрывает здесь. Орлов здесь на позиции нападающего сейчас был. Нужно возвращаться назад. Кейт. Кейт входит в зону. Неплохо. Кейт. Передача на пятачок. Бен атаковал здесь ворота. Бобровский на месте. Минута 15. Вообще нет никаких предпосылок для того, чтобы сборная России отыгралась. Так, здесь пустые ворота. Вебер. Передача на Маршанда.
Маршанда, Кросби забивает там шайбу. Я ж тут начал немного путать фамилии. Кросби забивает там третью шайбу, ребята, и это, скорее всего, все. Вот здесь в НХЛ 21, вот с такими составами, с НХЛ составами сборной России в сухую проигрывает сейчас на данном этапе 3-0 сборной Канаде. Но опять же, нельзя переносить компьютерную игру на реальную жизнь. В реале, конечно же, я верю всей душой в сборную России, тем более против такой сборной Канады. Нужно вообще на изи проходить эту команду. Да, здесь МХЛ-20 немножечко не получилось, но один период, первый, я могу занести только в актив, остальные два периода мы просто тупо катались, и вы по хайлайтам заметите, что вообще, ну вообще просто не было моментов толком. Ну что, вот это бросок от нашего игрока, но с такими бросками, я думаю, Прайс очень легко справляется. Итак, друзья, сборная Канады побеждает сборную России со счетом 3-0. Не стоит переживать по этому поводу. Обязательно не забудьте посмотреть четвертьфинальный матч между этими командами. Всем до скорых встреч, друзья. Всем пока. Увидимся в новых матчах на чемпионате мира.